Яркие цветы распустились и в Национальной библиотеке. В галерее «Серебряный век» проходит выставка «Цветное настроение». Я благодарна всем, что вы пришли. Очень много знакомых и очень много незнакомых людей. Людмила Шуркина – художник со стажем. И, как принято было говорить раньше, многостаночник. В смысле, работает в разных жанрах и видах изобразительного искусства. Персональная выставка у нее первая. Этого момента Людмила ждала 2 года. Она хотела показать все, чем любит заниматься, что умеет, и просто попробовать себя в новом амплуа. То, что я хотела, вот представить больше живописи, больше акварели. Многие знают меня как модельера, и для них это тоже было неожиданностью. То есть все спрашивали, а где одежда? А я вот решила с этой стороны себя показать. И у меня, в принципе, была цель показать больше живописи. На выставке были представлены студенческие работы автора, а также то, чем занималась художница последние 15 лет. Это фотографии, батик, натюрморты и пейзажи. Посетители с интересом и восхищением знакомились с работами Людмилы, изучали книги про рукоделие, фотографировались и охотно делились впечатлениями. В целом мне нравится эта выставка. Прямо летнее настроение создает. Хочется побыть здесь, на это, посмотреть на эти работы. Удачно все. Людмиле Николаевне желаю здоровья, творчества, удачи, чтобы все получилось у нее хорошо. «Цветное настроение» поддержали и лауреаты музыкального конкурса. В последнее время редко какой вернисаж в Чебоксарах обходится без концерта. Сама Людмила Шуркина осталась довольна своим дебютом и в ближайшем будущем планирует выставить свои работы снова. Анастасия Масляева, Александр Петров, «Республика».